Сегодня в консерватории проходит день открытых дверей. Давайте поближе познакомимся с будущими абитуриентами. Из какого города вы к нам приехали? Из города Тулы. Подольск, Московская область. Ульяновск. Ставрополь, Ставропольский край. Мы из Казани. Москва. Город Орел. Живу в Москве, учусь в Москве. Сам из Саратова. Из города Уфа. Из Электростали. Из города Новосибирска. Из Москвы. Из города Иркутска. Вообще из Москвы, но корни у меня африканские. На какой факультет вы собираетесь поступать? На факультет сольного пения. Хоровое дирижирование. Хоровое дирижирование. Хоровое дирижирование. Хоровое дирижирование. Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром. На фортепианный. На вокальное отделение. Музыковедение. Хоровое дирижирование. Вокальное искусство. Вокал, да. Вокальное искусство. Я собираюсь поступать на вокальное отделение и на отделение духовых инструментов. Сразу на два? Сразу на два, да. Я флейтист и вокалистка. На струнную. А на вокальное искусство? Я хотел на вокальное искусство, но на самом деле это большой вопрос для меня. Я уже давно думаю менять свое направление с хорового дирижирования или нет. Какие у вас ожидания от сегодняшнего дня? Ну, очень волнующие ожидания. Мне очень нравится атмосфера этого заведения, я мечтаю сюда поступить. Мне кажется, будет очень ярко, очень интересно и круто. На самом деле для нас это как праздник, такая замечательная возможность побывать в этих стенах, где мы действительно мечтаем учиться. Да, действительно очень хочется прикоснуться к культуре этих стен, к вековой истории. Ну и, конечно, Аня сказала, что это для нас большой праздник, это правда. Достаточно большие, потому что хочется проверить себя и посмотреть здание самой. Ну, я хотела бы просто получить краткий экскурс об учебном заведении, наверное, посмотреть на формат проведения уроков. Вот я просто не совсем представляю, что будет представлено сегодня на Дне открытых дверей. Наверное, какой-то ознакомительный концерт. Было бы здорово и интересно посмотреть на результат работы. Ну, узнать что-нибудь новое, интересное. Ну, получить не только новую информацию, но и заряд эмоций. Узнать много интересного о консерватории, познакомиться с будущими абитуриентами. Ну, хочется познакомиться с историей Московской консерватории, узнать что-то новое, конечно, посмотреть на открытых уроках, как проходят занятия. Чтобы у нас появились какие-то надежды на хорошее поступление. Ну, не знаю, надеюсь, я не умру от жажды. Я думаю, день пройдет превосходно, потому что в таком учебном заведении он не может пройти иначе. Какие у вас ожидания от сегодняшнего дня? Ох, не знаю даже, все так неожиданно, все так прекрасно организовано, красиво, у меня наилучшие и наивысшие ожидания. Теперь мы пообщаемся с нашими ребятами, волонтерами, которые сегодня присутствуют в холле большого зала. Привет, как настроение? Отлично. А сколько людей к тебе пришло сегодня? Ко мне пришло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и еще ожидаются 3. Как настроение? А я уже ответил. Стало лучше, со второго раза лучше стало. Привет, представься. Меня зовут Таня, я первый курс хорового дирижирования, и у нас уже 25,5 человек. Мы ждем еще. Как настроение? Настроение прекрасное. Какие ожидания с сегодняшнего дня? Надеюсь дожить до конца. Ну что, день открытых дверей подошел к концу? Какие яркие впечатления, эмоции? Может быть, что-то очень запомнилось? Вообще запомнилось все. Мы зарядились эмоциями, и сейчас вот хочется прийти домой и учить специальность, учить теорию, чтобы поступить в будущем уже сюда, потому что эмоции просто зашкаливают. Минусов нет, одни плюсы и одно удовольствие я сегодня получил. Ну и вообще зарядился энергией, стремлением к тому, чтобы поступить сюда, в Московскую консерваторию. Ощущения просто невероятные. Первым делом, конечно же, это чудесное исполнение камерного хора, работа в классе хорового дирижирования Соловьева Александра Владиславовича. Это просто невероятный опыт. Вот. Хочется, смотря на таких профессионалов, на таких одаренных студентов, работать, работать, еще раз работать. Очень важно побывать именно внутри в здании, познакомиться с педагогами, со студентами. Одно дело — это сидеть дома, читать на сайте, что там нужно, как готовиться к чему, и вот именно офлайн, так скажем, это очень важно. Сегодня я волонтер. Сегодня я открыла для себя новый уровень организационной работы. Что сказать? День подошел к концу, но наши двери — двери консерватории.
имени Чайковского никогда не закрываются для вас. Ждем вас в следующем учебном году. До новых встреч!